Самого доброго утра. Прекрасного доброго утра. Сегодня у нас 24 октября, суббота. И я начинаю новый влог. И хочу показать вам наш лес. Посмотрите, как он изменился. Какой красивый стал лес. Деревья пожелтели, елочки, сосны стоят зеленые, такая красота. Полюшка опустела. Но это и понятно, конец октября, уже такая хорошая осень. Но на радость теплая все-таки, я хочу сказать, у нас осень в этом году, ну, по крайней мере, сейчас, вот на конец октября. Заранее извиняюсь за мой голос. Он у меня с утра всегда такой. Сейчас разговорюсь. Собираюсь идти готовить завтрак. Буду завтракать. Планы на день. У нас сегодня грандиозные планы. У нас сегодня огромная уборка на кухне и в комнатах. Комнатах, ну, как всегда, я на кухне, Алинка в комнатах начнет, потом мы с ней в коридоре встречаемся. У нас сегодня ПХД по плану. А вечером мы идем на ужин к Людочке с Лешей. У них там произошли кое-какие изменения, мы вам обязательно покажем. Ну, а сейчас оставайтесь с нами, а я пойду готовить завтрак. Всем отличной субботы, отличного настроения, хорошего дня. А на завтрак у меня сегодня вот такая вот лепешечка. На самом деле я брала тортилью, и это что-то вроде бы яйцо в лаваше. Только я добавила сыр, колбаску немножко в серединку. Вот. Одну такую лепешечку кладем на сковородку, смазанную маслом, она поджаривается. Взбиваем яйцо сверху этой лепешки. Выливаем яйцо, засыпаем тертым сыром, колбаски там, кто что желает, может быть, кто-то помидорчик. Накрываем еще одним листом, переворачиваем, чтобы второй листик вот так же прожарился. И получается у нас вот такая вот лепешка в разрезе. Все очень сочно и вкусно. Вот, в общем, на завтрак у меня сегодня тортилья с яйцом и сыром и кофеечек. Девчули, а я показываю вам свой бардак. Бардак, бардак, бардак. Все, вот поснимала с рейлинга все сюда, на стол. Сейчас все буду вымывать, вычищать. Кстати, у меня на сегодня очистка посудомойки. Сейчас буду чистить посудомойку. Вот, как я мою кухню? У меня сегодня по плану ПХД на кухню. Разбирать буду во всех шкафах. Все буду здесь вытаскивать, протирать полочки, все-все-все разбирать, потому что здесь уже что-то у меня вон все завалено, был порядок, все завалили опять мне, так что, в общем, и здесь в шкафчиках надо будет разбирать. В общем, по плану у меня сегодня кухня, а вечером, наверное, мы пойдем на ужин к Людочке с Лешей. Так что вот пока у меня вот так, потом покажу, как будет, когда все сделаю. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Итак, я сегодня буду чистить свою посудомойку вот этим средством Finish. Ни разу еще им не чистила. Прогоняла, помню, просто таблеткой специальной, которая тоже очищает посудомойку. Но купила это специальное средство. Уже прополоскала фильтр, сняла, не такой уж он был загрязненный. Сняла. Здесь была наклеечка такая. Вот эту пленку снимать не нужно. Нужно вот таким вот образом вставить. Вообще очень удобная коробочка. И на максимально высокой температуре прогнать посудомойку. Так, это у нас будет интенсивная, наверное. Сейчас я у Алины спрошу. Алин! Я не помню, какая там у нас самая высокая температура на посудомойке. Подскажи. Ой, забыла сказать. Да, я поставила на интенсивный режим. Там полоскание при 70 градусов на максимальную высокую температуру. Вот посмотрим.
Но говорят, я много смотрела в Ютубе про это средство, говорят, это самое хорошее средство для очистки посудомоечной машины. Так, ну, а теперь показываю вам, девчули, что стало. Ой, стулья забыла принести. Так, в общем, навела я порядок, точнее, не навела порядок, а вымыла всю кухню, включая верх холодильника, все полки, микроволновку, все-все-все. Все разобрала здесь, все переложила, полочки помыла, все вытаскивала, все поднимала. В общем, я сегодня Золушка. Здесь тоже все полочки протерла, все крошки, все лишние убрала, баночки тоже протерла. Здесь навела. В общем, короче говоря, в шкафах везде перебрала. И в верхних, и в нижних, везде-везде. Абсолютно везде-везде все перебрала. Все у меня по фэншую лежит. Все вот эти поддоны вытаскивала, мыла. Микроволновочку всю помыла, вся она у меня теперь беленькая, блестит, поблескивает. Плиту, ну все-все-все. В общем, короче говоря, не мыла только холодильник внутри. А так все-все прошла, в общем, помыла. Да, теперь у меня порядок, все рейлинги вымыла, как положено, с сифом. Плитку, ну я имею в виду вот фартук. Тоже мыла. Вот. И у меня закончила уже свою программу посудомойка. Она еще, правда, не отключилась. Которую я мыла вот этим средством. Ну, ой, запах такой приятный. Слушайте, здорово. Вот это средство пустое. Машинка все съела. Вот. Мне осталось только протереть ее насухо. Ну, я хочу сказать, что я даже сегодня фильтр, вот этот фильтр не вытаскивала, не мыла отдельно фильтр. Мне кажется, если его достать, он будет чистый. Давайте посмотрим. Ну да, смотрите, я его не вытаскивала, не мыла. И грубые очистки, и жесткие очистки, в общем-то, чистенько. Отлично, вставляем обратно. Так, все, это средство справилось. Сейчас мне останется насухо протереть вот эти вот места, вот здесь, где мокро, посудомойку и все. И такой цикл нужно проводить, а резиночки еще вот здесь вот тоже нужно протереть. И такой цикл нужно проводить хотя бы раз в 3, в 4, но край в полгода, в 6 месяцев. Итак, моя кухня готова. Она, правда, еще без штор. Но я думаю, ничего страшного. Все. Итак, время у нас... Ну, мы, конечно, с перерывом на обед. Время у нас 16:30. Начали мы где-то, наверное, в час. Где-то час-полтора у нас был как бы обед. Мы фильм смотрели. Вот. В общем, все, отчиталась. Все, красота. На кухне красота. Сейчас только стулья принесу, а то неудобно, когда стулья стоят, полы мыть. Все. Теперь отдыхать. Хочу вам еще показать средства от Faberlic, которыми, скажем так, меня угостили. Но одним из них я активно пользуюсь. Это средство для чистки духовок и плит. Классное средство. Отлично очищает жир, нагар. Так что вот этим средством я пользовалась. Далее, вот этим средством ни разу не пользовалась. Напишите, кто пользовался, как оно. Пятновыводитель кислородный, универсальный. Для белых и цветных тканей. Не читала, если честно, еще ни состав, ничего, ни как использовать. Но буду пробовать. Далее, вот такое средство для мытья посуды. Тоже от Faberlic. Грейпфрут запах. Посмотрим, как моет. Даже вот написано, я так поняла, что от нуля можно мыть детскую посуду. Да. Так, далее. Это средство для кухни и ванной. Ну, я так думаю, что раковину, ванну саму, плитку, может быть, даже, мне кажется, можно. Тоже не читала еще.
чистящий крем. Это даже крем. Чистящий крем универсальный. Так. Очищает поверхности из керамики, фаянса, пластика, эмалированные поверхности, справляется с жировыми загрязнениями, пригоревшей пищей, мыльным известковым налетом, ржавчиной. Ну, будем пробовать. И вот такое вот средство. Это освежитель воздуха. Пахнет ананасиком, кстати. Мы уже им пользуемся. Тоже классный. Вот этим пользуемся. Нравится нам. И из Faberlic вот это вот я испытала уже. Ну, а этими средствами будем пользоваться, пробовать. Но не сейчас, потому что сейчас у меня уже есть открытые средства. Сейчас пока уберем их, как говорится, в наш пенальчик. Где у нас лежит... Ой, где у нас лежит вся наша химия. Вот. Ну, а по мере того, когда закончится то, что сейчас используем, будем использовать уже это. И у нас уже на часах почти 7 часов вечера. Мы собираемся на ужин к Людочке и Лёше. Упахали сегодня с Алинкой. У нас сегодня был паркохозяйственный день такой убойный. Вот. Так что идем немножко отдохнуть. Всем хорошего вечера. Всем большой-большой привет. А мы уже в гостях. У Людочки с Лёшей пришли на ужин. Наши мужчины еще в работе. А стол уже накрыт. Про стол отдельно я вам сейчас все покажу, расскажу. Дашулька у нас тоже вот в гости впервые пришла. Ей интересно на вот этих вот живых маленьких собачек смотреть. Но самое главное, девчонки, смотрите, тут уже изменения. Смотрите, какой шикарный. Я вам не могу вот полностью показать, какой шикарный. Шкаф, а главное, что он в цвет вот этого дизайна комнаты. Кстати, хочу сказать, что шкаф проектировал Игорёшка. Правильно я сказала? Проектировал или конструировал? Игорёш, конструировал или проектировал? Конструировал. То есть это проект Игорёшкин. Свет подбирал Денис. Изготавливали тоже, где Денис работает, у них на фабрике. Смотрите, какой интересный шкаф. Вот такой вот пенал. Отдельная, очень глубокие секции. Классный. Сейчас озвучим цену шкафа, или вы не знаете. Вот. Двери с доводчиками. Смотрите. И здесь вообще жить можно. Смотрите. Шикарно. Вот Люда захотела, чтобы у нее было две планки. Они метровые. Вот такие. Здесь планка. И здесь планка. Туда тоже что-то можно поставить. И здесь тоже вот такие вот полочки. Шкаф вообще модерновый, я бы сказала, такой достаточно, ну прям классный. Тоже с доводчиками дверь. Сейчас я вам покажу его издалека. Он очень классно вписывается. Все равно не умещается, но хотя бы вот классный шкаф вообще. Я же говорю, вот что очень вписывается по цвету в интерьер. Сейчас собирают они комод, правильно? Да. Но комод будет такого цвета, как стенка, потому что он и стоять будет вот здесь. Вот, изменения вот такие. Но вообще, мне так нравится, Люся, мне так нравится вот это вот отделение, где две штанги. Вообще просто шикарно, да, да, шикарно. Да. И туда что-то можно, да, какие-то коробки, да, поставить. Вообще тут правда жить можно. Да, я поняла уже. Да, да. Здорово, отличный. Ну, скажи, вообще обалденно. Вообще он очень современно выглядит. Да. Молодцы. Молодец Игорёшенька, молодец, да, Денис. Без вас бы мы бы не сделали, да, ничего такое. Вот и все в работе, так что... У них сегодня полный рабочий день. Они как к 11 часам пришли. Лорха 13-198. Да. Ну и вот Люсенька поэтому нас сегодня подчивать, да, ужином будет. Кстати, пойдемте покажу вам, что она там уже... Что... Да ты пройди хоть все посмотри, Алишка. У нас Алинка тоже первый раз здесь. Смотрите, здесь у них
изменения такие. Повесили телевизор они. Вот, у них уже висит телевизор. Люда уже отсервировала стол. Смотрите, какие у нее тарелки. Мне понравились тарелочки с таким большим блюдом. Так, что ты нам приготовила? Крабовый салат вижу. Да, тот салатик сейчас поставлю, я просто его заранее. Да это не ставь пока, пусть. Это с овощами, что ли? И в духовке. Люда сегодня первый раз пробует духовку. Ой, ой, красота! Ты моя дорогая, и все так пахнет вкусно. Люсь, ну мне кажется, печет здорово она, да? Вообще, ну я вот говорю первый раз. Я когда только ой, все. А я приготовила на кофе. Потом. На кофе у нее, ой, Люда, как я люблю всякое вот. Слушай, все, представляете, неужели мы ходим в гости? Это красота, это красота. А я уже вообще не знаю, когда я последний раз была в гостях. Да, и Зазуля у нас первый раз в гостях. В общем, здорово. Ой, вот такие вот изменения. Насися батьки тут. Я все время путаю. Это кто? Это Жаська. Жаська. Ага. Мишутка светленькая, рыженькая. Ага. Жаська. Мишка, 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 Мишка. Ой, сколько тут еще вам разбирать тоже. Где тут свет? Вот еще лежит тоже мебель. Людочка, а что еще собирать? Еще вот они сейчас комод собирают, что еще? Над комодом полка. Над комодом полка, будет как и, продолжение да, стенки. Да. И прихожая. Прихожая вот по всей этой стене. Да, а куда вы ту прихожую дели? Какую? Вот. Вот, а вешалку оставили сюда. Там? Нет, сюда. А, то есть они переставили это прихожую сюда и вешалку сюда да, повесят. Да, да, да. А здесь будет новая прихожая. Но она вот, я смотрю, такого же цвета, что ли? Темного, да. Будет. Темного, вот да, такого вот, цвета. Ну да, такого, да, вот как вот это. Угу. Прямо она будет вот тут. Да. Класс. Вот уже полкомода собрана, кстати. Конечно, да. А я думаю, огромный, посмотрите. Комод тоже огромный сколько? Какой. Вот сюда вот практически вот. Вот сюда? Да, угу. Вот сюда. Слушайте, смотрите, какой комод. Огромные ящики. Без доводчиков ящики? Без доводчиков. На роликов направлять. Без доводчиков. Ага, ага. Вот эти вот, видишь, тут 4. Ты скажи, у меня наверняка люди будут спрашивать, сколько стоит шкаф. Шкаф, вот такой вот шкаф, сколько мы, стоит? Мы не считаны отдельно. А, все вместе. А вместе, значит, шкаф, комод, полка вот сюда подвесная и прихожая вышла. 70 тысяч ты говорила? Но это для меня. А, и потому что Дениска у нас там работает, да, так это значительно дороже. Так это около 90 тысяч. Все, понятно. У нас просто Игорюшка конструировал мебель, составлял проект, а Денис на своей фабрике его как бы осуществлял. Правильно я говорю, День? Да. Вот, и вот что получилось. Здорово. Шкаф вообще просто супер, очень понравился. Очень. Ты довольна теперь? А то ты все, ой, мне места мало, мне так места мало. У меня мало. Все вот в этих, в чемоданах до сих пор. Ну, здорово. А сейчас я платьишки повешу, а то здорово. Все вот так у меня скомкано. Класс. Вот так да, мы это... сегодня, у нас сегодня у всех, у тебя тоже ПХД. Ты, наверное, из ПХД не вылазишь. Ну, вот, а чтобы не протягивать провода, она очень понятно. Короткая. Да нормально, а не низко. А с другой стороны, когда лежишь или удобно. Сидишь нормально. Удобно. Повесили да, телевизор, да, тоже вот работает, я смотрю в спальню. Еще не сделали, да? Да, еще не так, работает. Так, а это осталось от прихожей. Да. Понятно. Здесь, ну конечно, что, дела бардак. Идут потихонечку. Ну, понятное ну, дело, вот бардак. Шкаф тоже очень большой вместительный. Ну, понятно, просто понятно. Класс. У тебя теперь со шкафом напряженки много... нет. У меня, знаешь, почему освободились эти много сумок? Потому mm-hmm. что я туда все позапихала. У тебя теперь напряженки а нет с вещами. Это будет Людина с Лешей, пока мальчишки в армии. Нет, детей. Так, у нас Владик уже уехал, а Ярослав во вторник уезжает. Да, во вторник Ярослав уезжает. Завтра его еще надо побрить. Ну ничего, Игорюшка, кто будет стричь? Денис, Игорюшка? Я что хотела сказать, а Владик у нас в Воронеже, да, уже да, все? Уже, доехал, да. Все нормально. Да. Ой, красота, теперь мы на Людиной кухне, ну надо же, я прям на... Я не верю, мне пока еще не верится. Да. Вот, еще показываю, что Люда купила новый набор тоже, вот такой классненький. А это что, так должно быть? Да. А, это так должно быть, ага. Правда, единственное, что там еще что-то было, но мы не докупили, угу. А теперь уже нету. Угу. Вот. А это вот я заказывала на Озоне, вот эту штуку саму. А, вот мы это. На рынке покупали. Да. Но ага. Мы ее не резали, она была уже такая. Готовая. Да. Я что еще сделали? Вот эти вот повесили, еще но мы еще сюда. А это просто прилипляются, но они наглухо, то есть хорошие, дорогие у меня вот эти штуки. А. Они
просто крючочки. Вот нет, не отлепляется нет, эта нет, штучка? Нет, вообще они не отлепятся. Ага, они понятно. Прям... Ну вот я смотрю, у вас и подсветка тут, а мы еще не делали. Нам здесь вот сделать. Ножи, здесь вот эту я покупала, это вот пол, вот эту железную, очень удобно. Вот сюда, ну помнишь, я тебе говорила? Да, вот, да, сюда. Полка. Да, да, да. Ты ее тоже на Озоне покупала? Слушайте, нет, нет, это я... Полочка Распу... удобная. Распу... А вот еще какие часы, они тут повесили пробковые, смотрите, как подходит под обои. Здорово. А здесь еще это вот такое, смотри. Че? Вот это сюда повесили, подходит тоже этот температура. Да, да. А, это не часы. Это не часы, это температура. Ага. Сюда и просто тоже подходит. Ну, еще немножко приготовление. Слушай, ну блюдо вот это тоже такое вместительное. Да. И картошечка в духовке. Ты как я тебе говорила, в сыре в это... Нет, не в сыре. В майонезе. Я делала в майонезе там с приправками. Ага, там, ага. В майонезе, кстати, получается очень хрустящая корочка. Да, да, да. Не, ну хорошо. Я просто думаю, сколько нам класть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7-8, побольше сейчас положу, чтобы поднять второй кусок. Да ты все равно противень-то будешь потом убирать, уже докладывай да? ее, конечно. Да, точно. Хорошо, что в фольге. А картошку, если что, потом, пока картошке надо будет докладывать, да. Ты ее в пакете тоже делала, да? Да, да, да. А можно, да, можно просто в рукаве и класть, и получается, что... Класс, сколько юшечки, прям классненько. Ну, баба, это юж, вот такая красота получилась у нас. Да, да. Прыг на стол. Вместе? Да. Вот все. Набор. Ну вот этот и вот эти шесть тарелочек, все. А где такой сильный Малах. Ярик уже пришел. Вообще давно, я вам решила показаться. Что-то мы такие уморенные сегодня все. Думала, не буду показывать после себя. Ага. Не накрашенная. Да, что-то, ну, после уборки, да, надо думать. Ага. Но думаю, ладно, покажусь. Еще раз всем большой привет. Да, еще раз скажу, что сегодня суббота, 24 октября. Пока мы в гостях. Пока еще, да, суббота. Всем отличной субботы. Хорошего настроения. Доброго здоровья. И отличного вечера. И отличного вечера. Я такая интересная. Тоже заморенная. Да. Ладно. Ярик, привет. У тебя еще чуть-чуть времени поесть вкусной домашней еды, да? До вторника? Во вторник ты уезжаешь? 27-го, да. И побыть с прической. А, и побыть с прической. А его уже завтра, его уже завтра обчекрыжит. Так, все, у нас уже вообще все готово. Кура, салат. Кура, салаты. Выпивка или как ты говоришь? Выпивка, выпивка. Алексей, привет. А Алексей рубашка сошла? Ой, Алексей в тренде. Давай, Алексей, мы уже есть хотим. Я не знаю, что я больше хочу, есть или выпить. Диана, посади сюда. Моя девочка, наконец-то, наконец-то твои мечты сбываются. Денечка, помаши ручкой. Пухай доконы, да, сейчас еще Игорюшка придет. Дед, если мешается, можно взять их. А вот и Игорюшенька. Привет, мой родной. Все уставшие. Да. Все, мы сели. Мы сели. Да, мы да. Присели. Присели. А, откройте вот все вот эти легкие. Да, и Дашулька с нами. Сейчас ждем Алексея еще. И свет везде выключен. И в большой комнате тоже, Леш. Да что вы говорите? Ты моя хорошая. Со светом они стали. Да. Люсенька сегодня стол накрывала сама. Одна. Одна, да. Обычно мы вместе с ней что-нибудь кумекаем. А сегодня мы занимались каждый своим делом, и она сегодня стол сама накрывала. Все вкусно, красиво. А я вот на эти штучки смотрю, девчонки, и мне кажется, да, мне казалось, что они такие настоящие. А это ими брать вот так. Оп! Это шпалочки. Оп! Устали? Сюда, потому что там так. Алексей Сергеевич, как дела? Ну вы рады хоть? Главное мяч надули, Лёш. Да, главное мяч надули. Да. Вы тоже на нем сидите, да? На мяче? Да. Как и мы. Нет, это вы только сделали. Ой, а еще раз можно? Мы не видели. Ой, да ладно. Вы... Ну пожалуйста. Ну что? Ну давайте. Да. Ну пожалуйста. Ой-ой-ой, да, хорошо там у них. Ладно, всем приятного аппетита. Игорюшка что-то пришел и ушел. А, вот он идет. Двое из ларца одинаковых с лица. Папа и Дотя сидят.
Ладушки Даша делает, ладушки. Ладушки, все, что-то ей там уже надо. Даже собачка прибежала. Да, собака. А, ну вот. Она же первый раз в жизни такая. Похожи девочки? Ей. Даша на папу. Мне кажется, одно лицо. Копия. Просто взяли и сняли копию. Да, да. Не то, что я. Ну, когда девочка похожа на папу, она счастливая будет. Есть хоть что-то, мать? Ну, конечно, есть твое. Не волнуйся. Что-то твое есть. А мы тут между делом с Люсенькой решили по кофеечку. Смотрите, в кофеварке сварила мне кофе. Дениска, подожди, я показываю кофе красивое. С конфетуськами будем пить. В общем, дела идут. А Зазулька наша уже спит. Уснула. Я ногу тебе положила. А что ты не будешь? Ешь. Ярику отдай. И в заключение нашего прекрасного ужина, посмотрите, кофеек вкусный мы уже выпили, а это десерт. Однако. Я хочу выпить за дружбу. Опять за дружбу, наверное. Вот. Давайте выпьем за нашу дружбу. Замечательно посидели. Хозяева дорогие, вам спасибо. Вот. Мы всегда готовы, всегда готовы вам помочь. Вот. Я абсолютно уверен, что равно каким вы нам всегда поможете. Вот. Если мы Лёшку вывернем там вдруг иногда, то ты его сильно ругать не будешь. Вот. А мы его вывернем как-нибудь. Вот. А потом эти пацаны вернутся. А потом эти пацаны вернутся с армией, мы их тоже вывернем как-нибудь. Трактора там везде нужны. Траншеи рыть научитесь? Умею. Я по сантехнике умею. Молодец. Зимой. Дорогие гивандяны, за вас мы вас любим. Вы у нас лучшие. Спасибо вам, что вы у нас есть. Да, за нашу дружбу, многолетнюю уже, проверенную годами. Прекрасно. Да, это точно, правда. Да, супер. Здорово. Спасибо за стол, за это, за угощение. Мы классно посидели, да, за десерт, прям... моя любимая подружаечка. Как хорошо, что ты теперь рядом. Да, да, да. Я прям счастлива, просто счастлива. Вообще. Больше ничего мне не надо, все, Юль. Супер. Уже все есть, понимаешь? Да. И квартиры, и район, и вы тут рядом. И вообще, все еще можно желать. Вот что еще можно желать? Чтобы сыновья быстрее с армией вернулись. Ну, это да. Да, вот только единственное, что я вот за них буду переживать. А да. Так, нет, остальное... ну а вот правда, да? Вот что еще желать? Вот, мне вообще все устраивает. Сколько мы встречались, бац, мы сейчас рядом. Угу. Это просто даже, я не верю до сих пор, что вот так. Всем говорю, сегодня добрый день. Сегодня у нас уже 25 октября, воскресенье. И вот мы немножко решили прогуляться с Алинкой, с Зазулькой. Они меня идут провожать. Я иду в салон красоту наводить. Хочу покраситься, форму придать головушке своей. Зазулька наша вон лежит. Зазулька, привет! На улице хорошо. Как-то что-то так быстро прошло полдня. Уже 3 часа. Так внезапно, как всегда, я теперь включилась. Игорёшка с Денисом у Люсеньки продолжают собирать мебель. Мы вчера так классно посидели, очень поздно пришли. Сегодня, признаться, очень поздно встали, отсыпались все. Где-то в час пришли, кроме, да, Алин? Кроме Дени, да. Где-то в час пришли, да? Нет, Дашка, у нас... где-то в 12. Легли в час где-то, да. Пока утрамбовались, пока поменялись впечатлениями, хорошо так провели время в гостях. Сейчас меня девочки проводят, а приду, уже темно будет. Ну, так, кстати, дни летят вообще, просто не то, что кошмар. Летят, просто еще это, все, уже дело к зиме идет. Да, все желтеет кругом и уходит лето, точнее, оно уже ушло. Нет, неприятность эту мы переживем. Надо сказать, что осень в этом году, спасибо ей, теплая такая. Ну да,